Шловеряне, привет, народ, с вами снова Женя из Израиля. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему, как правильно составить меню для бариатрика, что кушать. Дам конкретный пример. Есть обалденнейший канал FreshLife28, там вещает Базилио, вот такой мужик. Все объясняет супер, но бариатрикам, к сожалению, это не подходит. Если вы не сделали операцию, а только выясняете, как реально можно похудеть без операции, и хотите дать как бы себе второй шанс, зайдите к нему на канал, посмотрите, он все классно рассказывает. Бариатрики кушают немножко по-другому. Как правильно составить меню? Видео, кстати, будет короткое. В любом видео, что я говорю про бариатрию, я повторюсь, я не медик, я не могу давать медицинские советы. Я рассказываю вам, преподношу вам свой опыт, то, что мне посоветовали израильские врачи, бариатрические диетологи, поэтому решать вам, у вас своя голова на плечах, пойдите к диетологу, посоветуйтесь, прав я или нет. Так вот, все, кто делали бариатрическую операцию, кроме кольца, кроме бандажирования, должны кушать следующим образом. Вы берете порцию. Как вы должны ее правильно строить? Первым делом, самое большое ее количество еды в вашей порции должен быть белок. После белка должен быть какой-нибудь овощ. Так? И если у вас осталось место, только тогда вы кушаете углевод, то бишь гарнир. Дам пример. Еще раз, такой простенький пример. Вы берете себе, к примеру, кусок мяса с зеленью, к примеру, да? Вы съели этот кусочек мяса, место у вас есть, чувствуете, что есть, берете, там, не знаю, огурец или салатик какой-нибудь. И если осталось у вас место для картошечки или кашки, вот тогда вы ее берете. И никак иначе. Это правильная постройка меню для бариатрика. То есть, если вы берете мясо, вы сейчас не скажете такое, знаете, что же нет? Где жир? Почему ты не говоришь о жире? Да вы и так, вы кушаете, будете брать мясо какое-нибудь, там будет жир. Кроме этого, когда вы делаете перекусы, как правильно делать перекусы между порциями, между принятием еды, вы хотите принять, допустим, что-нибудь перекусить, возьмите два орешка. Там есть много жира. Или же вы делаете салат, так добавьте в него немножко авокадо или оливкового масла. Будут вам от этого жиры. Повторюсь еще раз. Основное количество в меню в вашей трапезе, скажем так, да, должен быть именно белок. Это понятно. После белка идет овощи какие-нибудь, овощной салат, к примеру. И только в-третьих, как только вы поели, у вас осталось место, вот тогда вы можете взять себе гарнир. Это чем-то напоминает мне кето-диету. Да, очень похоже. Но это не кето-диета, это реально образ жизни. Если вы будете брать себе, скажем, основная масса еды у вас будет углевод, гарнир, да, а сам белок будет второстепенным или в третьих, или в самый последний, вы или не будете терять в весе, или будете поправляться обратно. Да, операция вначале будет работать, первые полгода-год будет работать, но потом пойдет обратка, и вес у вас поднимется обратно. Всегда после таких операций нужно кушать именно так. Я надеюсь, это видео было для вас полезно, и я не буду строить вам никакие меню. Каждый решает для себя сам, что он хочет кушать. Главное не забывать кушать правильно. Именно так. Вначале белок, потом салатик. И только потом, если есть место, гарнир. Я сейчас хочу еще кое-что добавить. Перед тем, что я закончу видео. Я прекрасно понимаю, что у нас есть много зрителей и подписчиков, кто любит итальянскую еду, к примеру. Итальянская еда – это в большинстве случаев углеводы, правильно? Я не говорю сейчас про колбасы, да, там, равиоли и прочее, 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 прочее. Большинство углеводов. Нет проблем иногда покушать так неправильно, это нормально. Но ваше основное меню должно быть именно таким, которое говорю я.
Убедитесь, спросите у ваших врачей, диетологов, если они думают, что я не прав, пожалуйста, напишите, почему я буду только рад услышать еще одно мнение. Потому что у нас в Израиле, это моя вторая операция бариатрическая, все врачи тогда и сегодня говорят кушать именно так. Я этого придерживаюсь, и у меня все хорошо. Я надеюсь, это видео было полезно. Шалом, миряне, все хорошего, до новых встреч и пока.